Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен. А я принцесса Холли. Давайте играть. Нас, подожди. Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается на поляне. Рыжебород, эльф-пират! Привет, Холли! Привет, няня Плам! Привет, Барнаби! Привет, Бен! Скоро произойдет что-то очень интересное. И что же? Мой дядя Рыжебород сегодня возвращается из плавания. Он эльф-пират! Ух ты! Пират! Мы собираемся его встретить! Хочешь с нами, Холли? Няня Плам, давай пойдем с ребятами на речку! Ну, идем! Привет, пап! О, привет, Барнаби! А дядя уже приплыл? Вот теперь приплыл! Йо-хо-хо! Ух ты! Якорь встал! Разрази меня гром! Неужели это мой племянник Барнаби? Это мои друзья Бен и Холли! Здравствуйте, мистер Рыжебород! Эхо! Очень рад, друзья мои! А я няня Плам. Плам как пламя! Чудное имя! Для меня это большая честь, сударыня! О! Мое имя Рыжебород! Я эльф-пират! Привет, Фред! Привет, Найджел! Дядя, расскажи, каково это быть настоящим пиратом? Пиратская жизнь непривычна для эльфа. Дни напролет торчишь у моря, высматриваешь корабли. Даже поговорить не с кем, кроме попки. Попки? Да, мой верный попугай. Это попка. О-о-о! Попка-пират! Он был моим единственным попутчиком в бескрайних водах моря. Попка-пират! Он, наверное, интересный собеседник. Попка-пират! А вы вообще какой пират? Страшный и злой? Ну, нет. На самом деле, любым пиратом быть тяжело, когда ты маленький эльф. Другие корабли такие большие. Значит, вы вообще не делали ничего пиратского? Конечно, делал! Любой уважающий себя пират занимается поиском сокровищ! А вот моя карта сокровищ! Ух ты! Ну что же, где-то в этих землях спрятаны сокровища. Это карта маленького королевства! Да, но это лишь начало наших поисков. Нас ждут испытания и головоломки. Нам вовсе не обязательно куда-то идти ломать себе голову. Я могу наколдовать сокровища прямо здесь. Абракадабра! Нет, так нечестно! Да, он прав, няня Плам. Так вовсе не интересно. Ну ладно, я просто хотела сэкономить время. Крестиком отмечена поляна. Значит, там спрятаны сокровища. Есть лишь один способ выяснить. Вперед на поляну! Стойте! Нам нужны лопаты. Пиратские сокровища всегда зарыты глубоко в земле. Это Флёр и Стробери. Всем привет! Приветствую вас! Я Рыжебород, эльф-пират. А это мой друг Попка. Попка-пират! Мы ищем пиратские сокровища. Ух ты! Ага, здесь загадка с обратной стороны. Прочитайте нам. Огромные розы и небо без дна. Смешайте их, станет подсказка видна. Это сбивает с толку. Огромные розы и небо без дна. Но как их можно смешать? Это невозможно. Глупости. В этом и суть головоломки, милочка. И эту загадку мы должны разгадать. Розы ведь красные.
а небо голубое. И если их смешать, получится фиолетовый. Наверное, клад зарыт под фиолетовым цветком. Ага, замечательно, умницы. Давай, Бен, откопаем его скорее. Давай, эльфы отлично умеют копать. А мы эльфы. Раз, два, три, семь, пять. Будем мы копать. Раз, два, три, семь, пять. Будем мы. Что это? Это другая карта. Все верно. Нельзя найти клад, разгадав лишь одну загадку. Но почему? Так неинтересно, моя русалочка. Крестиком помечена пещера Гастона. Идем скорее к нему. Привет, Гастон. Мы думаем, что где-то в твоей пещере спрятаны сокровища. Я сам когда-то здесь жил, много лун назад. Может быть, еще до твоего рождения, Гастон. Мне нравится, как ты тут все устроил. Мистер Рыжебород, а что сказано в загадке? Загадка? Я в крапинку. Там, где люблю я поспать, есть то, что поможет вам клад отыскать. Кто-то в крапинку? Но кто? У Гастона спинка в крапинку. И Гастон спит в этой корзинке. Еще одна карта. Крестиком отмечен маленький замок. Быть не может. Я только что вычистила каждый уголок в маленьком замке. Там нет клада. Может, он хорошо спрятан, моя дорогая. Вперед в маленький замок. Здравствуйте, друзья. Папа пират! Святые феи. Папа, мы ищем пиратские сокровища. Мой дядя Рыжебород, эльф-пират. Ваше величество. Пират, значит. Я не злой пират, ваше величество, а очень добрый. Я ведь Рыжебород, эльф-пират. Что ж, это другое дело. Ну, и где же ваш клад? Прямо над замком я в небо гляжу. И где-то под собою подсказку держу. Это полная бессмыслица. Я поняла. Над замком находится крыша. И она смотрит в небо. Прекрасно, ваше величество. Но это же просто смешно. Я сотни раз убиралась на крыше замка. Может, стоит посмотреть под ней? Я придумал. Посмотрите-ка под крышей, няня Плам. О, вы уверены, ваше величество? Я приказываю. Как угодно. Цоп-цоп-сти! Крыша взлети! Оу, я имел в виду, поднимитесь на чердак по лестнице. Еще карта. Крестиком помечена река. Вперед! Подождите меня. О, мы вернулись, откуда начали. Где же сокровища? Дядя, что говорится в загадке? Вверх и вниз, и взад, вперед. Внутри меня искать пришел черед. Корабль качается вверх-вниз и стороны в сторону. Да, корабль! Так вот, где спрятаны сокровища. Правильно, вы их нашли. Вот они, друзья мои. Спасибо, что помогли мне отыскать сокровища. Но мы ведь вернулись туда, откуда начали. Сокровища все время были тут. Но разве нам не было весело? Было, капитан Рыжебород! Я получила удовольствие. Полагаю, было здорово, по-своему. Приключения — это самое главное для эльфа-пирата. А я эльф-пират! А теперь... мне пора возвращаться в открытое море. До свидания, дядя Рыжебород. Пока, Барнаби. Счастливо оставаться. До свидания. До свидания.
Поднять паруса, попка, живо! Отдать швартовые, поднять якорь! Да, попка, вперед! Полный вперед в открытое море! А я хочу стать пиратом, когда вырасту! Арр! Я тоже! И я! И мы! Мы еще встретимся! Не забывайте отчаянного рыжеборода эльфа-пирата! Попка-пират! Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен! А я принцесса Холли! Давайте играть! Нас, подожди! Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается возле лягушачьего пруда. Головастики! Сегодня на естествоведении мы будем изучать водоемы. Некоторые существа живут на суше, например, эльфы. Некоторые живут в воде, например, рыбы. А некоторые живут и в воде, и на суше, например... Лягушки! Молодец, Бен! Кто мне скажет, чем питаются лягушки? Мороженым! О-о-о. Нет, принцесса Холли. Кто-нибудь может ответить? Может, мухами? Правильно, Барнаби. Лягушки едят мух. Фу! Хотите знать, как лягушки появляются на свет? Да, да! Прекрасно. Вот, смотрите. Лягушки откладывают яйца, так называемую икру. Они не похожи на лягушек. Хо-хо, нам придется подождать несколько дней. Итак, кто будет наблюдать за лягушечьей икрой? Я могу! Правда, принцесса Холли? Да, пожалуйста! Отлично! Я помогу тебе доставить банку в маленький замок. Ура! Та-та-там-там-та-там, та-та-та-там-там-там-та-там, та-та-та-там-там-там-та-там. Няня-плам! Няня-плам! Добрый день, принцесса Холли! Как прошли занятия? Здорово! Мы проходили лягушечью икру, и мне дали домашнее задание. Это замечательно. Привет, няня Плам. Где мне поставить банку с икрой? Святые феи, банку с икрой? Ты всегда говорила, что мне стоит больше знать о природе, няня. Да. Но я не знала, что это коснется моей кухни. Мама, сегодня было так интересно. Мы на уроке изучали лягушек. И мне даже дали задание на дом. Чудесно, милая. Доброй ночи. Доброй ночи, мама. Уже утро! Доброе утро, икринки! О, откуда здесь взялись рыбки? Это не рыбки, Холли. Это головастики. Привет, головастики! А кто такие головастики, няня? Это лягушата. Они вылупились из икринок. Ух ты! Я настоящий специалист по лягушкам. Так вот, завтра они изменятся. Сначала они икринки, а потом у них появляются рыбьи хвостики, и они становятся головастиками. Хо-хо, кажется, ты много знаешь о лягушках. Няня все мне о них рассказала. Тебе нравятся лягушки? Конечно, до тех пор, пока они живут в пруду и никого не трогают. А вблизи они скользкие и противные. Папа! Доброй ночи, Холли. Уже утро!
Холли. Но увидишь, дальше будет еще интереснее. Мама, я хочу тебе кое-что показать. Что такое, Холли? Идем, покажу. Куда подевались все мои головастики? Головастики? Они стали невидимыми. Няня, ты что, их заколдовала? Нет, Холли. Тогда где же они? О, нет, кажется, их нашел король чертополох. Откуда это взялось в замке? Фу! Да ладно, столько шума вокруг одной малютки. Мои головастики! Твои головастики превратились в лягушек, принцесса Холли. Головастики? Лягушки? Да что здесь происходит? Папа, я же тебе говорила, что мне дали задание на дом. Идем, лягушата, нам сюда. Это моя комната, а вот мои игрушки. Ква, 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 ква. Давайте в прятки поиграем. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Поиграем в другую игру. Скок, прыг, скок. Пора спать, принцесса Холли. Няня, познакомься с моими друзьями. Флаффи, Тиддлс, Мопси и Бен. Привет. Доброй ночи, лягушата. Доброе утро, Бен! Ты выйдешь погулять, Холли? Я занята, Бен! Я играю с лягушатами! С кем? Этот лягушонок хорошо бегает и прыгает! Я назвала его Бен! Оу! До скорого! Ладно, пока! Сделайте что-нибудь с этими лягушками, умоляю, няня Плам. Кажется, они довольно быстро растут и сильно шумят. Будь они поменьше, может, и вели бы себя потише. Создание цвета тины. Уменьшитесь в половину. О, это странно. Они уменьшились, но их почему-то стало больше. Давайте я еще раз попробую. Лучше не надо. Лягушки, кварушки. Лягушки должны жить в воде. Да, папа. Папа сказал, что вы должны жить в воде. Так давайте превратим внутренний двор в бассейн. Эта дверь нам больше не нужна. Пока, дверь! Так, теперь мы наполним внутренний двор водой. Вода, водичка. Вот, лягушата, ваш бассейн. Папа будет доволен. Как странно, куда подевалась дверь? Утром она была здесь. Ну ничего, я верну ее обратно. О, нет! Простите, друзья! Холли, чертополох, это ты натворила? Да, папа, ты сказал, лягушки должны жить в воде. Я сделала для них бассейн. Все, хватит! Избавься от них! Уходите! Кыш! Привет, Холли! Как дела? Плохо. Папа сказал, чтобы я отправила лягушек обратно в пруд, но они не уходят. Чтобы вернуть их в пруд, нужен очень хитрый план.
эльфы умеют их придумывать. А ведь я эльф! Ну и каков твой хитрый план? Будем играть в чехарду! Ты перепрыгивай через мою спину, а я через твою! Опля! Опля! Но как это нам поможет? Опля! Опля! Смотри, они повторяют за нами! Опля! 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 Вот и он, наш пруд! Молодец, Бен! Слава магии, они ушли из моего замка! Но, папа, я по ним скучаю! Не волнуйтесь, принцесса Холли! Однажды они все вернутся в замок! Почему? Лягушки всегда возвращаются туда, где они родились, чтобы отложить икру! О! Вот так удача!